Привет, друзья и гости моего канала Мире Надежды. Смотрите, какие в этот году у нас выросли миниатюрные тыквы. Маленькие, аккуратненькие. Но с ними справляться легче будет, чем с огромными. Пусть такие. Они, можно сказать, порционные. Сейчас их сниму. Листочки уже в прошлый раз надо было снимать листочки. Все замерзли уже. Видите, какие. С такими листочками она не будет расти дальше. И вот эту. Вот она. Такая тыковка. Маленькая. Симпатичная. Такую легко за раз съесть. Не составит труда это сделать за раз. Вот. Так. Еще одно растение тут. Вот она уже какая ботва. Вся стала черная. На компост это все унесу. Несколько вилков капусты у нас остались неубранные. Самые маленькие. Я их прикрыла такими листочками. Сказали, очень эффективно, чтобы они не трескались. Не знаю, посмотрим сейчас. Вот, если завтра сын или сноха приедут за нами в сад, тогда мы все выдергаем и за одним на машине везти, увезем их. Видите, это вот последние, самые маленькие. Остальные уже в яме лежат. Тоже уже довольно он такой тугой, белый. Вот это место начинает вот так выпирать, белеть. Это знаешь, что скоро может и растрескаться. Я уже такую особенность наблюдала у капусты, не знаю. Конечно, раз на раз не приходится. Но говорят, вот так закрывать очень эффективно. Не трескается. Попробуем. Первый раз так делаю. Раньше так не делала. Все пищевые отходы, ну, в основном это после переработки овощей и фруктов с огорода, привозим сюда в компост, все отправляем. Вот от ягод, в это, от черноплодки в соковарке выжили, и вот они, остается такой, как сказать правильно, жмых, не жмых. А это я сейчас яблоки, сейчас только что собирала гнилые, которые нашла, вот их собрала, тоже в компост унесла, выкинула. Все отходы в доходы. Безотходное производство. Вот она рядом, яма, где уже зрелый у нас компост. Вот отсюда мы сейчас берем на все посадки, на все. Вот такой вот он получается. Уже черная, можно сказать, земля. Очень жирная. Ее добавляем в лунки, на гряды раскидываем. Вот такое у нас уже. И, друзья, муж собирает черноплодную рябину. Мы уже два ведерка, не такие, пластмассовые, они поменьше, увезли домой. Я в соковарке из двух ведерок пластмассовых выгнала 3 литра сока. Вот, сейчас решили все собрать. Сок зимой хорошо этот, он такой концентрат получается, густой, тягучий. И там компот варишь, наливаешь, квас ставлю, тоже добавляю для цвета, для аромата. А так ягоды и хранить надо. А тут только сок получается. Экономим место, потому что у меня уже все банки закончились. Несколько трехлитровых осталось. Вот еще яблочный сок будем закручивать. И черноплодки, наверное, литров 6 получится, кроме тех трех. Так выглядит наша теплица номер 2 на 12 сентября. Пока не убираю перцы и огурчики. Они еще стараются что-то там вырастить.
Жду, когда будут более такие уже засохшие, жухлые, тогда выдергай. Вот, друзья, колибри, про который я почти в каждом видео упоминаю. Он продолжает завязывать плоды. Листья, конечно, у него не те, что прежде. Стали более такие желтым оттенком. Ну, я считаю, для середины сентября все равно они еще выглядят неплохо. Вот тут рядом послабее растение тоже с огурчиками сидит. Друзья, вот это бархатец бордюрный, невысокий. Он уже размером почти как прямостоячий. Смотрите, как разросся. Тут всего одно растение, но какое оно огромное, в уголку сидит. И высокое. Друзья, на улице сегодня, ну, на данный момент, я имею в виду, 11 градусов. А в теплице, смотрите, как тепло, хорошо. На улице пасмурно, солнышка нет, все небо серое. И моросит такой не очень большой дождик, не дождик. Ну вот, ты его даже дождиком-то с трудом назовешь. Изморозь какая-то. Чуть-чуть моросит. В теплице очень тепло сейчас. Вот сколько я огурчиков сейчас собрала. Совсем немного, и это радует. Потому что у меня еще на лоджии есть огурчики. Их уже так наелись, насолили, намариновали. И когда их немного снимаем, меньше заботы. Уделывать их меньше работы, так скажем. Сейчас буду перцы снимать. Их еще довольно много. Они уже плохо зреют. Там на дальнем плане висят. Везде висят перцы. Тут перцы. Тут уже кто-то их листочки и плоды, видите, как бы ест. Не знаю, что за вредитель. Ничем я не обрабатываю. Сейчас перчиков поснимаю. Вот остался перец у меня собранный. Еще такой ящик последний. Ну, он как, один из последних. Там еще мелочи много висит. На кустиках я еще не убрала. Маленький уже лежит. Раньше вот этого большого ящика ширины не хватало. В два ряда также складывала. Они вот мешали. Длина-то большая. Так, в другую. А тут даже вот между ними положила. Уже не растут они, а только маются. Холодно, ночи холодные. В теплице днем тепло, а ночью-то все равно холодно очень. Хотя ветра просто ледяного нет. А температура примерно такая же, как на улице. Ждать нечего. Еще пока оставила, а скоро уберу, наверное, все перцы, как и огурцы. Вот только что подстригла огурцы. Убрала внизу самые такие желтые листья, жухлые. Вот они у меня здесь. Сейчас вынесу на компост. В теплице стало свободнее, светлее. Вот они. Сейчас так у меня выглядят после стрижки.
Вот убрала последнюю капусту. Мы убрали уже всю давно. У нас она уже в овощной яме хранится. А это оставались очень маленькие вилки. И оставили их, думаем, подрастут немножко. Но они, конечно, чуть-чуть подросли. Там он я отломила от кочерышки малюську. Продолговатый это сорт Сонсма. Они такие, форма вилков у всех. А другие, по-моему, Мегатон. Ну вот они оставались самые маленькие, неубранные. Я сегодня их выдернула. Могли бы еще посидеть. Из-за того, что сын приедет, заберет нас со всем урожаем. Не стоит их оставлять. Храним вот таким образом. Оставляем корни. И муж на веревку подвешивает за веревочки, вот за эти кочерышки. И они висят, как гирлянда. Мы пробовали разные способы хранения. Этот нам больше всего понравился. Она лучше всего сохраняется. У нас капусты не так много мы выращиваем. Так что привязать ее, подвесить, это не обременительно. Мы легко с этим справляемся и быстро. Друзья, вот и закончилась очередная поездка в сад. Мы едем домой с огромным количеством урожая. Сын нас повезет сейчас в город. Везет уже. Вот. Еле все поместили. Салон, багажник. И едем. Уже хочется, знаете, спеть песню. Хватит, довольно, силы нет уже с этим урожаем справляться. Шутка, конечно, когда его много, то это наоборот радует. А когда нет ничего, не выросло, то это не очень хорошо. На этом я свое видео заканчиваю. Всем пока, до новых встреч на моем канале. Мир от надежды. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile.